позвольте два вопроса. Первый, конечно, что с Тимофеевым, каково вообще сегодняшнее состояние, что за травма. И второй вопрос, если позволите, такая обильная ротация, чем была вызвана? Тем, что скоро матч с ЦСКА важен, или что эти игроки были лучше готовы на данный момент? Спасибо. Тимофеев, penso che sia una cosa molto seria. Я думаю, что у Тимофеева очень серьезная травма. Si è fatto male al ginocchio, adesso domani vedremo con le verifiche cosa gli è successo. Он повредил колено, и завтра будем знать что-то конкретнее. No, la rotazione perché decido in base alle situazioni che vedo durante le partite, durante gli allenamenti, e quindi cerco di mettere sempre in campo la formazione che mi dà più, come si dice, stabilità, più compattezza. Quindi ротация зависит от того, что я вижу в тренировочном процессе недели, и стараюсь выставлять в стартовом составе тех, кто дают мне больше стабильности. Чем вызвана ранняя замена Петковича? Cosa è legata la sostituzione anticipata di Petković? Diciamo presto, che è stato cambiato presto. No, l'ho cambiato perché stava soffrendo un pochettino e non riusciva più a giocare la palla. Я заменил его, потому что quindi solo per un fattore tecnico, cioè tattico. Что-то у него не получалось, и это всего лишь тактическая замена. Накануне в Тарасовке вы говорили о том, что Залыш беспокоило колено. Скажите, пожалуйста, чудовищная реализация нападающих голевых моментов тоже как-то с коленом связано? Почему он это забивает в тех ситуациях, которые у него сегодня были? Спасибо. Сеня, perché in questo momento purtroppo gli attaccanti sono così, ci sono gli attaccanti che hanno 7-8 occasioni e poi non fanno gol, non sono attaccanti, sono momenti della stagione. Нападающие не такие, порой бывает 7-8 моментов, но не забивают. Che hanno 4, 5, 2, 1 e non fanno gol, fanno fatica a far gol, non riescono per imprecisione o per bravura del portiere, ci sono momenti che quando toccano una palla in tutta la partita fanno gol. Ma io non giudico l'attaccante se fa gol o non fa gol, ma l'apporto che dà e l'aiuto che dà alla squadra. Порой бывает, выручает вратарь соперника и так далее. Иногда бывает, что в одно, достаточно одного касания мяча, и мяч залетает. Но я не смотрю, не отталкиваюсь от количества голов, которые забивает нападающий. Мне важно, что он делает для команды. Удовлетворены ли вы качеством игры? Во-вторых, скажите, пожалуйста, Артем Ребров для вас остается основным вратарем команды? Или такие же шансы сейчас будут у него Селиховым наравне? Салихов ha le stesse probabilità. No, ognuno si gioca il posto in squadra, non solo Rebrov, ma anche Fernando, anche Gruccio, anche Comoro, quindi sono tutti sullo stesso livello, non c'è un titolare o una riserva. Все должны заслужить место в стартовом составе, так как и Фернандо, и кто-либо другой, какой-либо другой игрок в Спартаке, поэтому нет игроков стартового состава для меня. Ci sono giocatori che giocano nello Spartak e tutti hanno la possibilità di giocare nello Spartak. Есть игроки Спартака, и у каждого есть возможность сыграть. E io sono allenatore dello Spartak, sono pagato per far questo e devo prendere delle decisioni. Я тренер Спартака, мне платят, чтобы принимать подобные решения. A volte indovino, a volte sbaglio, come tutti nella vita. Порой я угадываю, порой нет, как и все в принципе в жизни. Però lo faccio per il bene della squadra e per il bene dello Spartak. Ну, я делаю это ради команды, ради Спартака. Сергей Сайт, болельщик Тульского Арсенала. В Туле Спартак проиграл 0-3. Считаете ли вы счет 2-0 достаточно? Oggi 2-0 è una buona rivincita. No, non è quella di Tula, è una partita a parte. Era finito il campionato, eravamo già campioni da tre partite, quindi non l'abbiamo presa seriamente. То, что случилось в Туле, был немножко своеобразный матч. Мы уже были чемпионами за три тура до игры с Арсеналом. Мы довольно-таки несерьезно подошли к тому матчу. E nel calcio, quando non prendi le partite seriamente, puoi perdere contro chiunque. В футболе, когда не воспринимаешь серьезно любые матчи, можно проиграть с кем угодно. Максим, как вы оцените действия Пашалича, который впервые сыграл полный матч? Пашалич, я джукатор ла прима партита пьена. Я считаю, что он сыграл хорошую игру.
come ha fatto la buona partita Tashi, come ha fatto la buona partita Gica, come ha fatto la partita Tighe, come ha fatto una buona partita Samedo, come Promes. Также как сыграли хорошие матчи. Una partita Giannò. Gica, Giannò, Promes e quindi quando e так далее. Tutti fanno il loro dovere, si impegnano e lottano per la causa dello Spartak. Но Спартак а più possibilità di vincere. Когда каждый игрок борется за играет на победу ради Спартака, у нас намного больше шансов победить. Ci sono pochi giocatori al mondo che da soli, se non hanno la squadra, riescono a far vincere la squadra. Очень мало игроков в мире, которые могут принести победу команде в одиночку. И второй вопрос, если позволите. Насколько Винси Промесу комфортно действовать на левом фланге атаки? Комфортнее справа, но другого варианта на позиции левого края у вас нет. Sinistra. In attacco se lo faccio a sinistra. No, ma Promes può giocare sia a destra che a sinistra. Sicuramente a sinistra è un po' più avvantaggiato perché può rientrare verso il centro e tirare in porta, mentre a destra è più sacrificato per andare a fare il cross. Promes può giocare e справа e слева, ma с левого фланга у него больше возможностей заужать центр, чтобы бить поворотом. С правого фланга он может идти, чтобы навешивать. Видимо, он предпочитает больше заужать и бить.